Внимание! Мешает реклама, появляющаяся снизу. Просто нажмите на крестик в правом верхнем углу появившегося модуля. Спокойного просмотра. Доброго времени суток всем, кто работает в интернете. С вами снова Валерий Иванов. И сегодня я расскажу о том, как привязать свою банковскую карту в кошельке eWallet проекта Argent Global Network. Заходим в бэк-офис Argent Global Network. Давайте сделаем так. Я покажу на примере покупки пакета Basic. Вот он наш пакет. Выбираем Select. Сумма, которую нужно внести. Дальше выбираем Make a Deposit. Здесь вписываем сумму. $150. И выбираем платежную систему IP Out. Нажимаем депозит. Синюю кнопочку. Все, смотрите, появилась полочка, где нужно теперь нам зайти в наш и проверить входящую почту. Вот он, незаконченный платеж. Нажимаем по синей ссылочке, вот по этой. К вам пришло письмо. Ваш почтовый ящик зарегистрирован в кабинете Argent Global Network. Открываете этот ящик, находите письмо и кликаете по ссылочке. И дальше попадаете вот на страницу входа в ваш бэк-офис. Здесь можете выбрать русский язык, можете не выбирать, поскольку все равно вас после входа в кабинет автоматически вас переведет на русский язык, и все будет переведено не Google переводчиком, а у вас будет полноценный русский сайт, русскоязычный сайт. Здесь вам нужно ввести логин и пароль от вашего бэк-офиса Argent Global Network. Вводим. Выбираем «Войти». Попадаем в бэк-офис. И вот смотрите, наша синяя строчка. $150 у нас висят неоплаченные. Теперь выходим в раздел «Моя учетная запись», «Кредитные карточки». И вот здесь вам нужно ввести все данные вашей кредитной карты. В этом поле мы вводим срок действия карты. Срок окончания действия карты, который отображен у вас на лицевой стороне. Здесь имя и фамилию полностью так, как у вас указано на вашей лицевой стороне вашей банковской карты. И здесь, собственно, номер карты. Здесь дальше заполняете все ваши реальные физические данные и нажимаете «Продолжить». На следующей странице еще раз проверьте, пожалуйста, правильность всех ваших данных внесенных. И после этой проверки нажимаете кнопочку «Подтвердить». Все, привязка карты закончена. Но есть одно очень важное «но». Для того, чтобы вам полноценно работать в вашем бэк-офисе, необходимо провести верификацию вашего аккаунта eWallet. Как это делается? Нужно будет загрузить ваши документы. Смотрите, как это просто. «Моя учетная запись», «Загрузить документ». Выбираете кредитную карточку. Дальше выбираете, к какому счету относится данный скан. Ставите вот карточка ваша, те параметры, которые вы ввели. Нажимаете кнопочку «Выберите файл». Выбираете файл на вашем компьютере. После этого нажимаете «Загрузить документ». Точно так же нужно будет проделать вам с паспортом, желательно с вашим паспортом. Чем больше документов вы загрузите, тем выше степень доверия платежной системы к вам. Это, во-первых, повысит суточные лимиты оборотов по загрузке, по выводу и по работе в кабинете. Поэтому проведите верификацию заранее и заблаговременно, чтобы вы могли работать в тот момент, когда у вас пойдут на самом деле большие деньги, когда вам нужно будет вводить деньги, чтобы вы не метались, судорожно не пытались найти сканы ваших документов и провести в срочном порядке верификацию, а могли спокойно работать. Проделайте все это заранее, прямо сейчас. Дальше вы можете проверить состояние верификации вашей банковской карты. Опять же, «Моя учетная запись», «Кредитные карточки». Вот у вас появляется ваша кредитная карта, но она находится пока еще на стадии верификации. Нужно какое-то время подождать. Если вы хотите отредактировать что-либо, можете нажать и отредактировать. Если хотите добавить еще одну банковскую карту, нажимаете «Добавить еще одну карту», вот на эту кнопочку, и добавляете еще одну карту. После того, как ваша карта пройдет верификацию, ваши документы будут загружены,
у вас появится новый пункт меню «Внести денежные средства». Вот здесь вы сможете вносить деньги с вашей банковской карты. Это очень и очень удобно. И точно так же вы сможете выводить на эту карту. Но для того, чтобы все у вас работало, еще раз скажу, обязательно пройдите верификацию, загрузите документы. Пусть ваши документы пройдут проверку заранее, и после этого вы сможете спокойно работать. Вот так просто делается привязка банковской карты. Неважно, кредитная это, дебетовая карта в кошельке e-wallet проекта Argent Global Network. Всего хорошего, обильных денежных потоков вам и легкой работы в интернете. С вами был Валерий Иванов. Пока!